Добрый день всем! Хочу сегодня рассказать о своей покупке в шиншилке. Купила вот такой вот корм для своей собачки Purina One с говядиной, картошкой и морковкой. Так как она у меня беременна и вредничает, не хочет кушать сухой корм, попробую накормить этим. Сейчас возьму мысочку и покажу, какой он из себя. Так, вот я пытаюсь выкинуть его мысочку. Собачка ест. Ника. Вот такой вот корм. Видна морковка. И видны что-то кусочки мяса. Ну, собачка моя очень нервничает, хочет кушать. Сейчас мы ее покормим. Вот, Никуля, давай. Ну вот так вот, как-то так, мыска уже практически пуста. Вот такой вот корм. Спасибо шиншилке.